Последняя версия проекта прохождения дублеров отличается от того, что выносилось на публичные слушания в конце 2016 года и предполагает вырубку 7 гектаров лесного массива в районе Филидовыдково между Кутузовским проспектом, Герасима Курина и Алексея Свиридова ради 28 пунктов оплаты. И мы считаем это уничтожением уникального уголка природы в условиях городской среды, полного краснокнижных птиц, растений и деревьев. Наше предложение для минимизации ущерба окружающей среды – это придание статуса особо охраняемой территории ОПТ этому лесному массиву. Изменение проекта прохождения трассы дублера с открытой эстакадой или естественный рельеф на закрытый или полузакрытый туннель. Добиться от баланса держателей территории ГБУ автомобильной дороги надлежащего ухода и содержания территории вышеуказанного лесного массива. Также мы считаем, что платная трасса не несет никакой нагрузки и не ясен ее потенциальный потребитель, поскольку есть бесплатный аналог, проходящий в непосредственной близости. А почему мы выступаем против этого проекта? Потому что мы теряем огромный кусок легких района, а компенсационное озеленение предполагается в районе Внуково. Стоимость недвижимости вдоль трассы прохождения дублера теряет свою привлекательность, поскольку дорога пройдет вблизи жилой застройки. Серьезно ухудшается экологическая обстановка в районах, которые на данный момент считаются одними из самых экологически чистых и считаются немаловажным фактором для граждан при выборе места жительства и проведения досуга и отдыха. Ввиду того, что дорога будет платной, а средний срок окупаемости любой дороги составляет 25 лет, неясно экономическое обоснование данного строительства, кроме как расходование бюджетных средств. Далее по вопросам переселения. Мы считаем, что в далеком 95 году именно с нашего района пошла волна сноса пятиэтажных домов в первый период индустриального домостроения, и для многих в то время это переселение действительно стало улучшением жилищных условий. Но в настоящий момент ветхие дома в нашем районе можно перечислить по пальцам одной руки, а действительно хорошие дома и места городские и местные власти приговорили к уничтожению. В настоящее время людей переселяют фактически насильно, не соблюдая должным образом законы и совершенно не учитываются гарантированное и незыблемое право собственности. При переезде люди теряют в размере жилой площади, комфортном месте проживания и в доме, где более 300 квартир, то есть это те дома, которые в данный момент строят под переселение. Очень непросто договориться по вопросам жизни дома, а зачастую просто невозможно. И управляющие компании, которые выигрывают конкурсы на управление домами, доводят их до ужасающего состояния за очень короткий период. Это, собственно говоря, к завтрашнему митингу по поводу компании Комсервис. Приходите, Малофилевская, 18. Мы требуем от правительства Москвы отмены проекта строительства трассы дублера либо изменения прохождения трассы на закрытый туннель. Отмены проектов переселения жителей тех многоквартирных домов, которые выступают категорически против этого. В случае решения о любом строительстве, проведение в любом объеме жилищной инспекции всех многоквартирных жилых домов вдоль прохождения трассы, независимой экспертизы по определению оценки стоимости жилья в настоящее время и после строительства трассы. Выплата всем жителям достойных финансовых компенсаций. Ну и самое главное, что то, ради чего, собственно говоря, сегодняшний митинг, наверное, мы собирали, это организация срочных совещаний с участием представителей инициативной группы в департаменте приоритетов пользования и охраны окружающей среды города Москвы по вопросу придания территории нашей рощи статуса особо охраняемой природной территории. Смирнов Леван, муниципальный депутат Академического района. Я здесь, чтобы поддержать наших соседей и ваших независимых депутатов Фили Давыдкова. Это очень важно, приходить на различные публичные мероприятия и поддерживать тех избранников, которых выбрали вы. Почему? Может быть, кто-то знает или нет, если кто-то был на каких-то мероприятиях, встречах с главой управы, встречах с префектом, он видел множество людей, которые говорят: спасибо, Сергей Семенович Собянин, за то, что вы нам там что-то сделали. Спасибо префекту. Так знайте, друзья, это все массовка, которые получают какие-то поблажки, которые получают какие-то денежки. А настоящих жителей они боятся. Они скрывают место встреч с префектами, скрывают место встреч с публичных слушаний, для того, чтобы вы, жители, не пришли. Я хотел бы поделиться позитивным примером, почему каждый из нас
должен участвовать в политике. Нам говорят, политика — грязное дело. И мы видим, какая грязь занимается нашей политикой. А честные и достойные люди не могут выйти и представлять наши интересы. Сразу после избрания в академическом районе в сентябре 2017 года к нам обратились жители дома Дмитрия Ульянова, дом 6. Это Дарвинский музей. Кто знает про Дарвинский музей? Есть такие люди? Поднимите руки. Спасибо. Замечательный музей на всю Москву. И там чиновники решили построить многоэтажную автомойку. Жители обратились к нам. Мы настояли, чтобы провели публичные слушания. Вместе с жителями расклеивали приглашения. Полный зал, больше 200 человек, пришло на публичные слушания. Чиновники сидели там, потели, бледнели, серели. И знаете что? Отменили стройку этой автомойки. Хотя нам заместитель главы управы говорил: да все решено, что вы репаетесь-то? Друзья, можно менять. Да, мы, может быть, не можем добраться там до какого-нибудь Собянина или Худуснулина, но мы видим наших местных чиновников. И когда приходит много людей, и они видят ярость жителей, они вынуждены идти навстречу жителям. Поэтому, друзья, у меня к вам большая просьба. Поддерживайте ваших муниципальных депутатов, приходите к ним и вместе с ними отстаивайте ваши интересы. Мы победили, нам пришел официальный ответ, что стройки на этом доме не будет в этом месте. И будет восстановлена детская спортивная площадка. Мы еще, нам предстоят публичные слушания, то есть это еще не конец, мы не расслабляемся, мы не верим действующей власти, но вот на сегодняшний день, да, мы победили эту свою беду, почти год мы за это сражались. Собственно, почему я вот после работы не еду домой, да, а еду в соседний район на митинг, хотя я работаю близко к дому, почему я не иду домой там смотреть телевизор, отдыхать, мы победили, потому что сейчас в Москве нет такого понятия, как моя улица или мой район. Такой проблемы нет. У нас вся Москва в огне. А для тех, кто есть, например, в Фейсбуке, знает, что каждый район страдает. И от точной застройки, и от благоустройства парков, и от реновации. То есть у нас нет такого места в Москве, где бы люди жили спокойно и говорили, нас все устраивает. Рядом со мной два парка. Парк 50-летия Октября, который наблагоустраивали почти на 1 миллиард рублей, которые до сих пор там стонут от этого так называемого благоустройства, где у нас деревья начали падать и газоны высохли рулонные. Рядом со мной еще один Воронцовский парк, где сейчас для того, чтобы зарыть ЛЭП, собираются вырубить яблоневую рощу, хотя этого делать совершенно не обязательно. Поэтому что я хочу сказать? Москва, мы все живем как на войне. Нет отдельных районов, нет отдельных людей, нет отдельных проблем. Объединяйтесь все. Это единственный наш выход. Нам часто говорят, что мы ничего не можем изменить, от нас ничего не зависит. Это неправда. Мы можем изменить, мы можем победить, мы можем выбрать себе другую власть и другого мэра. Это неправда, что мы ничего не можем и от нас ничего не зависит. Это специально навязанное нам мнение, которое выгодно действующей власти. Должно быть так. Нам не нравится Собянин, мы пошли, выбрали Кумина. Понравился нам Кумин, хорошо. Не понравился, мы пошли, выбрали другого. Должна быть сменяемость власти. И это мы, жители нашего города, должны решать, кто будет управлять нашим городом.